На сюжетном панно из теста снова интересная выпечка. Умеют мастера хлебокомбината Бежецкого удивить брянского гурмана. Из всего многообразия вкусностей, а это ни много ни мало более 40 наименований, сегодня акцент на новинках. Мы сейчас с замечательной продукцией. На номинации у нас сейчас представлены два образца. Это хлеб полезный и палочки деревенские. Замечательная продукция, которую хотели бы мы порадовать нашу брянщину. Значит, хлеб полезный – это натуральный продукт, в котором очень много натуральных полезных компонентов. Это курага, чернослив, орех фундук и много еще другого сырья, которое полезно для нашего организма. Продукция Бежецкого хлебокомбината уже давно полюбилась как жителям Брянского региона, так и смоленским и калужским гурманам. Вся выпечка хлебокомбината натуральная и не содержит консервантов и вредных добавок. А подобные выставки, отмечают специалисты предприятия, отличная возможность показать самый пик мастерства хлебопеков. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин, события Брянск.